Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть здесь, на кафе 2018. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы к нам приехали? Да, взаимно. Очень рад видеть всех. Меня зовут Рустам Саматов. Я отсюда, я из Беларус, из Минска. Так что... А скажите, вы как долго вы являетесь инвестором Skyway и почему вы решили прийти в проект? Это замечательный проект, который нацелен для благополучия, скажем, всего народа, всего человечества. Я вообще поддерживаю такое направление. И не так давно, скажем, буквально полтора года я здесь уже в этом проекте. Ну, очень рад, потому что на самом деле поначалу кто-то не верил, знаете, есть злые языки, но мы-то видим вперед, надо смотреть в будущее, смотреть и поддерживать, потому что это все на самом деле очень важно, чтобы каждый внес свою частичку, вклад будущего, потому что на самом деле мы все там будем. И буквально вот пару слов о сегодняшнем дне, ваши эмоции от Экофест, от того, что вы увидели, понравилось ли вам? Да вообще супер, сегодня мало... Да, это инновационный транспорт, мы уже проехались на юнибайке, юнибусе, да, проект замечательно, все работает, увидели в действии вот все виды транспорта. Ну, как бы очень сегодня классный денек, вообще всем хорошего настроения и нам также, на самом деле, видите, мы заряженные такие после поездки, да, на юнибусе, поэтому... Все будет классно, сейчас хорошо, будет еще лучше. Спасибо большое, вам. Надеюсь, вы будете наслаждаться и дальше этим днем. Да, спасибо. На самом деле, спасибо всем участникам, вам. Спасибо. Большое спасибо.